А у нас это со шмотками. Ну, нас пытались, но не так. Нормально все? Да, все. Вероника. А-а-а. Это хорошо. Ты, девонька, не бойся. Мы не первый раз ходим, так что довезу тебя с ветерком. Смотри, береги ее. Да все путем будет. Видишь, народ куда подобрался. Деньгу зашибать едут. А если что, ты обращайся прямо ко мне или к напарнику, поняла? На пару слов. Ну? Безопасности. Потерпите один день. Завтра утром будете в Польше. Спасибо, Алдар. А так ты там мне место заняла? Заняла, Вовочка! За себя? Конечно! Да едем в тепле, значит. А так, а где место-то? Вот, садись. А там что не заняла? Не ори, нету там места. Пойдем, выход надо заложить. Место держи. Здрасте. Здрасте. Ну что ты там сидишь, как бедная родственница? Садись сюда. Спасибо. Пожалуйста. Меня Олесь зовут. Меня Вероника. Есть. Ой, хорошо. А у меня картошка. Будешь картошку? Вообще люблю картошку. Давай. Тепленькая. На, махни. Риня, спасибо. Спасибо. Куда едешь-то? Ты что, в Польшу? Друзья. Ну смотри, у меня там брательник уже 3 года. Может, и тебе что-то подыщет. Ну, в плане работы. А им там в теплицах помидоры растят. Брательник говорит, лучшие в Польше. Угу. Место такое. О, по названию на огурец похожее. Жилье, говорит, нормальное. Деньги хорошие. Он с мамкой сначала даже посылал. Только вот отчим все время их пропивал. А он как нажрется, так дюж злой. С мамкой вроде ничего. А меня вот лупит. Дармоед, говорит, деньги мои проедает. Да как они его, когда не брать ней? А брат звонит, говорит, я больше не вышлю, а то он тебя убьет. А отчим как узнал, так совсем одурел. Убью, кричит, если не пришлет. Так брательник говорит, давай ко мне перебирай сам. Хватит там жмеренький у мамки на шее сидеть. Ну. Олеся, ты учился где-нибудь? Угу. Бурс на повара закончил. Угу. Ну, почти. Ой, ты тут знаешь, мне чтобы помидоры растить, ваших университетов не надо. Ринь, наливай.
Здорово. Здорово. Вечер добрый, Сергей Сергей Михайлович. Это я звонил. Ага. Чего везем? Ну, это мы же мебель возим. Корейская береза, евродизайн. Сергей Михайлович. И до тебя, погоди. Евродизайн? Что-то мелковато, береза. Пойдем, открывай. То это, Михайлович, ну, так стандарт. У меня дочь замуж выходит через месяц. У меня сейчас другие стандарты. Говорю, открывай, пошли. Это, погодь, Михайлович, слышишь, что? Подожди секунду. Сергей Михайлович. Да не до тебя, уйди ты, ну. Вот. Ну, другое дело. Счастливого пути. Игорек, что ты стоишь-то? Заводи давай. Носки, остатки, картофель. Давай, давай. Подожди, а документы, деньги? Так тоже документы и деньги держат, сумки, это все здесь. Да, давай. Мне надо тоже потом, переложить. Потом, потом, родная, бежим. Фух, заправка, смотри. Фух, хорошо. О, сейчас мы узнаем, как до города быстрее добраться. Так, давай, 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 помогу уже, давай. Пойдем, пойдем. Так, спокойно. Пойдем. Верник, а можно я пиво возьму? Давай, давай. Спасибо. Здрасте. Платить будете наличными или картой? Сейчас, минутку. Олесь! 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 Со мной парень такой был в кепке с красной сумкой. Не видели? Красная сумка? Угу. Он ушел. Как ушел? Он ушел. Как ушел? Там же в сумке папин блокнот. Извините, пожалуйста. Ты парня тут не видел?
Спасибо. Большое очень спасибо. Чао. Пошла вон. До свидания. До свидания. Я буду в субботу. Спасибо. Пока. Никаких дел тебе. Пошли. Ой, ты. Пошли. Эй, ты. Встань. Встань, я на тебя посмотрю. Встань, я говорю. Простите, я просто очень устала. Сколько тебе лет? А что? Да нет, я все понимаю. Нет денег, нет паспорта. И тебе нужна работа. Ладно, пойдем, я тебе дам и комнату, и работу. Пойдем, пойдем. Мне не нужна работа. То я хорошо заплачу, все клиенты проверят. Я своим делом, уберите руку. Лукаш! Пустите меня! Лука, пустите! Я не проститутка! Куда ты собралась? Я не проститутка! Эй, 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 пустите эй! Меня! Что у вас происходит? Уезжайте, уезжайте! Отпусти девушку, видишь? Я... Пошел вон! Отпусти девушку, я сказал. Лука! Что с тобой? Садись в машину. Быстро. Давай. Уезжайте оба. Я тебя найду! Стой! Ноги переломаю! Так Лукаш, и знаю! Лукаш, успокойся! Стой! Остановите меня вот здесь, пожалуйста. Где здесь? Тебе какая улица нужна? Это. Отлично. Как она называется? Послушай, у тебя на лбу написано, что у тебя неприятности. Не ищи себе новых. Что у тебя случилось? Сумку у меня украли. И знакомый меня должен был встретить, а мы разминулись. На, позвони ему. Визитка с его номером телефона была в этой сумке, которую украли. Звонить мне ему некуда, потому что номер я не помню. Удивительная женская глупость. Это не глупость. Я знаю, где его найти, и завтра я с ним обязательно встречусь. Поэтому остановитесь здесь, я выйду. Спасибо вам за все. Ну и куда ты пойдешь до вечера? Ну, я же турист. Значит, буду бродить. Как я понимаю, деньги и документы тоже в сумке остались. Ладно, послушай, у меня есть ресторан неподалеку. Уборщица уволилась. Полный беспорядок. Помоешь полы, сможешь поесть и поспать до вечера в подсобке. Хочешь, поехали, не хочешь, выходи. Тебе решать. Идет. Мне все равно идти некуда. Поехали. Хорошо.
А рыба где? Борхи привезет. Ага. Сделай мне, пожалуйста, кофе. Эспрессо, без сахара. Спасибо. Эй! Эй! Эй, алло! Просыпайся! Пойдем покушаешь. Спасибо. А сколько сейчас время? 6:30. Как 6:30? Господи, что же вы меня не разбудили? Я же вам говорила, что мне в 6 надо быть. На площади. Подожди, на какой площади? На этой, как ее, у Королевского дворца, как называется? Святой Магдалины? Да. Подожди, я провожу. Подождите. Пожалуйста, скажите, куда? Площадь Марии Магдалины. Давай. Ой, спасибо. Настоящий князь. Вот посмотришь, когда увидишь шмотки, которые он мне купил, целый чемодан вещей. Мы с ним постоянно тусуемся, а то по галереям каким-то ходим, картины вечно смотрим. Да, но пока живу в гостинице, но скоро к нему приеду. Когда он будет готов на серьезные отношения. Князь же все-таки. Подожди, зажигалка есть? Зажигалка. Значит, не покурю. Да о ком ты мне говоришь? Я уже давно о нем забыла. Да. Ой, ну все. Пока, я тебе перезвоню, пока. Не встретились? Нет. Можешь переночевать у меня? Я не собираюсь с вами спать. Я предлагаю подсобку в своем ресторане, а не свою спальню. Ну, если подсобку, то спасибо.
Поехали. Вам еще нужна уборщица? Нет. Но еще одна официантка не помешает. Тебя как зовут? Вероника. А меня Хорхе. Очень приятно. Поехали. Хорхе, мне очень неудобно вас просить, но у меня есть одно условие. Мне в это же время завтра надо быть на этом же месте. Договорились? Свободен. До завтра. До завтра. Пока. Выпей, быстрее согреешься. Вероника, а ты знаешь, я люблю Россию. Я же учился в Москве в университете дружбы народов. Там познакомился с Алисией. Это моя жена. Я очень ее люблю и очень скучаю. А где она? Она не здесь живет. А дети у вас есть? Двое. Но они тоже не живут со мной. Скучаете, наверное. Это трудно понять тому, у кого нет своих собственных. У меня в России остался мой маленький сын. Его зовут Левушка. Я так тоскую по нему. У меня такое ощущение, что у меня от сердца кусок оторвали. Поэтому я, наверное, могу вас понять, как никто другой. Хорхе, это ведь испанское имя. Вы испанец? Нет, я из Колумбии. Что? А почему ресторан итальянский? Не хочу встречаться со старыми знакомыми. Я начал новую жизнь. Я вот тоже все пытаюсь начать эту самую новую жизнь. За новую жизнь. Алло. Ресторан «Портофино». Хорхе? Позови Хорхе. Хорошо. Ты это блюдо сделай, как для такого вкусного. Хорхе, но... простите вас, к телефону. Секундочку. Да. Но много не добавляй. А то вы как-то тот раз пережил и лопну потом от еды. И убери, пожалуйста, за собой. Спасибо. Салют. Да. Да, я вас слушаю. Алло. Так, послушайте меня. Меня ни для кого нет. Послушай меня, я сказал. Да уйди ты! Так, послушайте меня! Я сказал, меня послушали! Нет, я сказал! Я буду разговаривать с вами только после того, как поговорю со своей женой! Это понятно, я сказал! Нет никакого ничего другого! Кто ты? Нет, я требую, дайте телефон! Я не знаю. Я хочу с ней поговорить! Я сказал, дайте ей трубку, хочу с ней поговорить! Нет никаких переговоров, хватит уже! Нет, эти документы еще не готовы. Можно забрать? Да, спасибо. Завтра передам их вам через моего секретаря.
Вероника, иди на кухню, принеси розовое вино. Ага. Так, где у нас тут? Ой, какие помидоры красивые, как с картинки. Любишь помидоры, да? Угу. Гру... Прочти, что здесь написано. Груец. Мазовецкое воеводство. Груец? Груец. А туда автобусы ходят? Ходят. Спасибо. Томаш, на твое розовое. А где Хорхе? Я не знаю. Ну что ты хочешь? Да мне срочно поговорить с ним надо. Целый год! Я искал вас! Пытался узнать, в чем дело! Где моя жена? Где? Полегче, басанец. Твоя жена у нас. С ней все в порядке. Давай, брат. Если правильно себя поведешь, она будет жива. У тебя было время остыть, прийти в себя. Теперь поговорим о деле. Сколько? Сколько? Если бы это была только сумма, Рамирес назвал бы ее сразу. А что же тогда? Что? Может быть, мой дом? Или, может, мой ресторан? Дело в том, что мы решили взять тебя в дело. Снова. Робби, а ты Хорхе не видел? Во дворе. Да я пройду. Поможешь нам, а мы поможем тебе заработать такие деньги, что твой ресторан покажется тебе детской игрушкой. Хорхе, простите, пожалуйста. Пошла вон отсюда! Живо! Я сказал, вон отсюда пошла! Дура безмозглая! Мы договорились? Простите, пожалуйста, это вот этот 46-й, да? Да, груец. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, где у вас вот этот груец? Груец? Дорога вверх, через 30 метров направо. Спасибо. Пошли. Привет, дорогой. Привет. Не ждал? А ну-ка, стоять! Ну-ка, давай-ка, объясняй мне, где моя сумка, говори быстро! Отпусти, да больно же, ну! А воровать не надо было! А сейчас ты получишь меня, а? Кто ты такая? Пусть он объяснит. Подружка твоя? Да сдалась она мне! Скажите ему, пусть он просто вернет мою сумку. Что? Ты вор? Брат, вор? Какой вор, брат? Ты кому веришь, ей или мне?
Я ей просто помог вещи донести тогда в лесу. Она возьми и пропади, что чтобы... Что ты врёшь-то? Это правда? Нет, неправда, конечно. Мы ехали с ним вместе. И потом он взял мою сумку, мы пошли в магазин, он с моей сумкой убежал из магазина, а там были мои документы и мои деньги. Я думал, что не свидимся. Сколько потратил? Не потратил. Ни копейки не потратил, честно. Деньги все на месте. Я их взял, а вещи выбросил. Что? А блокнот с формулами ты тоже выбросил? Не трогал твой блокнот. Деньги в нем были, я вместе с ним и привез. Да зачем ты врешь? Сейчас, сейчас. Я осталась в чужой стране без денег и без документов. Так что спасибо вам. Ни стыда, ни совести. До свидания. Пока. Что ты творишь? Что ты творишь? Воруешь, да? Негодяй. Злодей, я тебя сейчас проучу. Вероника! Вероника, постой! Вероника, в общем, я повел себя как скотина, прости. Да, другими словами это и не назовешь. Подожди, я просто был взбешен. Пойми ты, я не хочу, чтобы ты сталкивалась с этими людьми. Да подожди. Вероника, я же знаю, тебе больше некуда идти. Должен же он прийти. Прости меня и возвращайся в ресторан. Пожалуйста. Пойдем. Фундаментальные проблемы ядерной физики, атомной энергетики, ядерных. Вот он. Так, а где же мать ужин? Вот он. Филиал Института ядерной физики. Адрес. Улица Посольска. Дом 12. Польша, Краков. Я вас слушаю. Здравствуйте, мне нужно встретиться с профессором Матюшиным. Подождите. Вам назначено? Нет, мне просто очень нужно поговорить с профессором. Из какого издания? Что? Ну, вы журналистка, да? Нет, 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 я по личному вопросу. Профессор в отпуске. В ближайшее время его не будет. Подождите, простите. Есть какая-то возможность с ним связаться? Мне очень нужно. Конечно, вы можете оставить сообщение для профессора мне. Если это так важно, я с ним свяжусь. Мне нужно лично с ним поговорить. А может быть, вы мне просто дадите его номер телефона, я ему позвоню. А я не могу.
Ну, тогда ждите, когда он вернется. Томаш. Рады вас видеть снова. Добрый день, пан. Спасибо. Добрый день. Вы готовы сделать заказ? Да, мне... Вот это да. Здравствуйте. А мы ведь с вами встречались. Вы не помните? Нет, не помню. Ну как же, как же. Вы сидели в парке, на скамейке, у большого такого дерева. И, кажется, кого-то ждали, а я... Не знаю, там всегда много народу. А я вот вас сразу запомнил. Вы знаете, стоит вас увидеть хоть раз, даже мельком. Просто невозможно забыть. Очень красивая. И вам так идет эта форма. Так вы будете что-то заказывать? Конечно. Кстати, моя прабабушка, когда покидала Россию в 18-м году, тоже устроилась официанткой в бистро. И долго она там проработала? Целых полгода. Ну, по-моему, это неплохо для графини, с которой 20 лет ее жизни сдували пылинки. А потом в этом же бистро она познакомилась с моим прадедушкой. Кофе и стакан воды, пожалуйста. Хорошо. Иди работать. Добрый день, Хорхе. Помогите вызвать скорую. Так. Он умирает. Так. 6-1. Скорую помощь на площадь Марии Магдалины. Быстрее. Отойдите все. Прошу, все отойдите. Подальше. Отойдите. Что у него с пульсом? Он жив. Ой, какая ты капризная.
Отдай шары сестре. Тяжело держать. Кстати, съешь мороженое. Ну-ка, иди ко мне. Иди ко мне, миленькая моя, иди ко мне. Вот умничка. Молодец. Садись, садись прямо. Ай, послушная девочка. Ой. Что это? А кто там есть? Открывай рот. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Меню, пожалуйста. Спасибо. Чашечку кофе, все. Может быть, принеси десерт на меню? Благодарю вас, я не голоден. Давайте я цветы в воду поставлю. Да, пожалуйста. Извините, я не знал, какие вам больше нравятся. Что? Это что, мне цветы? Ну да. Они ваши. Я не думаю, что вашей девушке это понравится. Простите, кому? Какой девушке? Которая была с вами тогда на площади. Я так поняла, что это ваша невеста. А, Оксане. Нет, она не моя невеста. Я помог ей устроиться в модельное агентство. Кажется, в Париже, я не помню. Спасибо, я принесу ваш кофе. Так, так, так. Привет, амиго. Твою ж мать, а! Ну и забегаловка. Хорхе, а между прочим, нам говорили, что у тебя приличное заведение. Что смотришь? Текилу давай. О, Хосе, посмотри, какие здесь цыпочки-то, а! Вот еще одна, опа! Сейчас, братан, тихо, 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 мне не уже неприятности. Надеюсь, вам тоже. Так что тихо встали все отсюда и пошли. Хорхе напугал. Напугал, да нельзя. Разговор есть. Мне не о чем с вами разговаривать. Вышли вон отсюда. Хамит еще, а? Ты что, ты забыл, кто ты есть, а? Мы тебе напомним. Я сказал, пошли отсюда! Что? Пойдемте отсюда, пойдемте отсюда. Пойдемте. Полиция!